Всегда есть люди, которые мучаются паническими атаками, и я знаю, как с этими неприятностями справляться. У меня уже, бог знает, уже я боюсь называть сколько, 25-7-летний, 8, господи, уже, да, сейчас будет 30 лет, как я первого пациента вылечил от панической атаки, если 92-й год. 30 лет, Ирина, пассатижи. Вот. И я знаю, как это делать. И сейчас я использую ту форму, которая максимально эффективна, потому что вы будете находиться вот со мной буквально в, не то что ежедневно, а и в частном контакте. Вы будете получать ясные, понятные, простые инструкции. Нужно будет где-то посмотреть видео, где-то сделать какое-то упражнение, где-то послушать аудио. И это очень такой, он с одной стороны насыщенный, но с другой стороны раскрывающий и вас, и ваши ресурсы, и ваши возможности. Марафон, который позволит вот ту тревогу, то беспокойство, которое у вас сейчас есть, превратить в ваш внутренний ресурс и позволит вам максимально сейчас же вот это состояние растерянности, оно, я смотрю на людей, и у меня просто сердце кровью обливается. Это время, когда, вообще всем надо собраться, смобилизоваться, в хорошем смысле этого слова, почувствовать себя как бы людьми, которые занимаются своей жизнью. Вот. А сейчас смотришь на людей, и вот эта растерянность, и я уверен, что этот марафон, который мы делаем, это то, что нужно. И это позволит и справиться с застарелыми какими-то проблемами, связанными со страхами. Вот. И, конечно, позволит сейчас почувствовать себя более уверенно, более перспективно, более собранно, в хорошем смысле, опять же, этого слова.